За минувшие сутки в Гомельской области ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади более 5 гектаров на территории Наравлянского и Мозырского районов. Также зарегистрировано 2 пожара в жилом секторе. В деревне Скрыголов Мозырского района сегодня ночью горел деревянный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог. Еще одно возгорание произошло в городском поселке Паричи Светлогорского района. Горели 2 хозяйственные постройки. Одну из них огонь уничтожил полностью. У второй повреждена крыша. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение одной из хозяйственных построек. Частично огонь перекинулся на вторую постройку. В результате пожара огнем уничтожена полностью одна постройка и имеются повреждения кровли на второй хозяйственной постройке. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – поджог. МЧС напоминает, в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звонить в службу спасения по номерам телефона 101 либо 112.